Почти 3000 человек переселили, 10 домов построили. В городской администрации отчитались о ходе муниципальной программы о переселении граждан из аварийного жилья. Это данные за последние 5 лет. Программа действует до 2020 года. Сейчас в очереди на расселение стоит больше 7 тысяч кировчан. Завершаются работы по расселению жителей, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2012 года. В администрации отмечают, что переселение жителей из аварийного фонда – одна из приоритетных задач и важнейшая социальная проблема. На сегодняшний день общее количество домов, признанных аварийными и подлежащими к расселению в период с 2012 по 2017 годы, составляет 650, общей площадью более 183 тысяч квадратных метров. Кроме того, жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.